Приветствую всех из Одессы. Сегодня 18 апреля 2023 года. У нас в Одессе очень жарко. Синоптик пишет 15 градусов, но по ощущениям все 20. Особенно на солнце. Толпы людей гуляют в Аркадии. Посмотрите, там впереди просто нереально много людей. Погодка хорошая, сегодня вторник, несмотря на то, что будний день, очень много людей вышли на прогулку. Замечательно. Обожаю солнечную погоду. Возле моря там, наверное, тоже аншлаг.